Еще раз здравствуйте. Вы смотрите «Давича», и мы продолжаем. Киров против депрессии. 7 апреля во Всемирный день здоровья в медицинском информационно-аналитическом центре провели семинары, которые направлены на борьбу с этим психическим расстройством. По всему миру диагноз депрессия с 20 века до наших дней стали регистрировать в 40 раз чаще, отмечают специалисты. В связи с этим 2017 год признали годом борьбы с этой болезнью. Сегодня медики провели 5 часовых семинаров о методах борьбы с депрессией, здорового питания до физической активности. Начальник Центра медицинской профилактики Ольга Малышева призывает кировчан проверить свое здоровье. Такая возможность есть. Апрель объявлен Министерством здравоохранения месяцем здорового образа жизни. В течение всего месяца будут проходить различные семинары, прямые линии. Можно позвонить и сегодня в Министерство здравоохранения по вопросам депрессии, 14 апреля по вопросам наркологической помощи.